Потому что 35% населения Польши не были поляками, подвергались. Да, очень жестко. Да, и в принципе, кроме того, это уродливое детище, просто оно во многом способствовало тому, что Германская империя, ну, она сумела провести колонизационную политику Это вот сейчас такая у нас антенна хитрая работает. Стимулятор. Переходим на магнитную. Ничего, кроме рычания, не слышно. Колоссальный, а что они получали?